Уже почти два месяца перрон на автостанции огорожен железным забором. Остался лишь узкий проход. Ждать свой транспорт копейчанам стало неудобно. Мало места и нет навеса на случай непогоды. Точного ответа, с чем связана стройка, горожане пока не знают. Я не знаю, что они хотят делать. Я вообще... Что-то ломают, ломают, и это не наше же. Нормально, если идет ремонт. Отремонтируют, и будет все нормально. Я думаю, что приведут в надлежащий вид все. Все это рабочий момент, ничего страшного в этом нет. Ну, это ради людей тоже делают, в общем-то. Если что-то хорошее построят, мы не против. Это будет торговый комплекс пристройка. Я знаю, это с марта здесь были киоски, убрали. Ну, если мое мнение, то это кошмар, потому что вон центр этот строится развлекательный. Зачем сюда еще прилеплять? Более-менее одно время как-то вокзал был чистенький, да, скажем так. Но в настоящее время вот эта стройка непонятно к зиме, к чему. И насколько она лет продлится, у нас в России всегда... что не делается очень долго, да, скажем так. Территория перрона принадлежит частному лицу. Встретиться с нами и подробно рассказать о проекте он пообещал через пару недель. А пока что копейчане могут узнать, как будет выглядеть обновленная автостанция лишь из макета, который висит на заборе стройки. У торгового комплекса появится застекленный пристрой. Как в нем, так и снаружи будут установлены лавочки и оборудовано место для ожидания транспорта.